Проснулась, а тут такой сюрприз. Такой ароматище стоит. Ягодки сами пришли домой. Красота. В этом году я собирала мало, очень мало собирала, потому что трава наросла. Очень сложно собирать. Дожди прошли, и трава высокая. Я так охоточку сбила, поняла цену ягод, в общем. И стала покупать, просто мне приносят. Все, я покупаю. Шикарные ягодки. Я их так оттягиваюсь, наедаюсь. Варенье не варю. Просто делаю живое варенье. Ну, как бы их смалываю на блендере, смешиваю с медом. Ставлю в холодильник, и они стоят у меня спокойно. Морозилку когда-то так заморожу просто. Но их ягоды мороженые не очень вкусные. Вот так они шикарные. Ягода вообще волшебная, конечно. Потрясающая просто полевая клубника. А вот вареное варенье, навоз какой-то, ну не люблю я ягоды убивать. Зачем их это термически мучить? Все витамины из них уходят. Зачем? Живое варенье, вот ничего еще. Говорю, на блендере смалываю прям с этими чашелистиками, с этими хвостиками, как говорится, которые все убирают, маются. Я их не убираю, это клетчатка полезная. Кстати, они их убирают, а потом отдельно сушат и тоже это используют, потом добавляют там в чай. Зачем это манипуляции? Целый вечер сидеть, выбирать, я не знаю вообще, это же надо же такое терпение-то иметь. Ягодки мои хорошие. Это ягода красоты, молодости, она улучшает пищеварение, обмен веществ. Ну, аллергенная, ну как бы, а как вы хотели, если там обжираться всего, так она, конечно, возьмется за детокс, она тут же начинает свою работу, чистит организм от всего, все поднимет нафиг. Очень хорошая ягода. Там прям ароматище. Любуюсь, вижу, что черные есть, они вообще вкусные. Именно вот эти темные, как сангрия. Такая цвет вообще у них прям. Можно наесться и немножко опьянеть, потому что это пьянящая ягода становится, вот когда она такая. Это как вино. Винные эти ягодки. Такие темненькие, которые уже вот совсем на подходе обладают. Они таким действием, в общем, приятным. Ну, без всякого, конечно, там похмелья, без всего там. Веселящая ягодка. Ну, вот чудеса в решете прям вообще. Она же быстро отойдет, надо успевать оттягиваться, пока она идет. Так я вообще сейчас ведрами готова есть. Что я и делаю. Вот предвкушаю, стою, собачью выдержку проявляю. Просто любуюсь, наслаждаюсь этим моментом. Делюсь, чем могу. Ягодами бы угостила, поделилась. Куда засунуть? Просто могу вот хотя бы видео поделиться. Самой перебываться потом еще когда не будет их. Фиксирую все, что вижу такое чудесное. Дары природы.